Всем привет! Получила свой заказик. Хочу с вами поделиться обзорчиком, что выбрала я и мои девчонки. Сейчас сначала покажу, потом расскажу уже подробненько. Значит, начну с заказа моей сестры. Она у меня выбрала вот такие вот кремовые тени. Цвет жемчужный. Вот они светленькие, видно, я думаю. Вот такая вот таблеточка, да, кремовая. Плюс кисточка, двусторонняя кисть для теней. Вот видите, еще тут сменный аппликатор есть. Вот она такая длинненькая, двусторонняя. Плюс сменный аппликатор. Сейчас очень хорошая скидка на кисти и на тени, поэтому она любит всегда подчеркивать глазки. И не упустила возможность заказать, пока есть со скидкой. Дальше она выбрала серию Хайрекс, восстанавливающий шампунь и бальзамчик. Вот такие вот по 200 мл. Шампунь 250, кондиционер 200. И плюс еще спрей автозагар. Вот такой вот 100 мл. Вот. Ее заказик все. Также у меня Танечка выбрала из новой линеечки вот такие гели для душа. Три вида. Нежная макадамия. Вот такой вот бодрящий апельсин. И имбирь и лайм освежающий. То есть три бутылочки. Они все содержат витамин Е. И при этом обладают обалденным запахом. Вот. Дальше, значит, у меня Таня, тоже из моей бьюти-группы, выбрала вот такой вот шариковый дезодорант 48 часов, который не оставляет белых следов на одежде. Это новиночка, недавно появился, серия Activale. Плюс скраб, вот такой вот для кожи лица. Его уникальность в том, что он содержит молочную кислоту, очень мелкие скрабирующие частички, то есть отлично отшелушивает кожу лица, да, и помогает снять вот именно ороговевший слой. Вот. И также она выбрала тоже два геля для душа. Нежная макадамия. Вот. И вот такой вот имбирь и лайм освежающий. Вот. А дальше, значит, идет мой заказик. Значит, что я выбрала для себя? Сначала покажу вот такую сумочку. Это у нас из новой коллекции. Подробный обзор сделаю чуть позже. Вот такая. Ее можно одевать как на пояс. Я ее только выложу. Она вот в такой вот упаковочке приходит. Вот так. То есть запакованная, да? Ремешочек здесь вот так вот стянут. То есть более подробный обзор именно вот этого, да, аксессуара покажу чуть позже. А я себе заказала тоже гели. Три разных. То есть нежная макадамия, бодрящий апельсин и имбирь и лайм. Три мыльца из новой серии. Запах плюс, девчонки, классный. Также у нас сейчас проходит благотворительная акция, да, так скажем, от компании «Помощь детям-сиротам». И вот в этой детской серии, если вы любой продукт заказываете, 5 рублей добавляется к вашему заказу, идет в фонд помощи детям-сиротам. Я заказала вот своей племяннице вот такой вот шампунь-кондиционер 2 в 1. Для волос. Не первый раз уже и сами они заказывали, да, для нее. Я ей давала в подарок. Очень классный аромат. Вкусный такой, да, детский. Вот. И при этом очень хороший уход. Плюс два мыльца. Вот таких вот. Микки Маус. Тоже очень приятно пахнет. У меня ребенок, если честно, в восторге от детских серий, которые выпускает компания Oriflame. Он все хочет попробовать на зубок, так скажем. Пахнет вкусно, поэтому хочется попробовать. Два мыльца ему. Так, дальше. Заказала себе всю серию Пурскин. Сейчас лето, и кожа у меня комбинированная в сторону жирности. Поэтому тот уход, который у меня был до летнего периода, немножко не справляется. И все-таки лишнее сало вылазит, да, так скажем. Это матирующий крем-флюид, тоник и умывалочка. Сейчас идет очень хорошая скидка на эту серию, поэтому взяла.
Дальше. Вот такую вот масочку подтягивающую. Почитала отзывы девочек, они в восторге. Здесь 5 мл, но хватает на лицо и на шею. Она кремовая, текстура такая жирненькая, но смывается легко. То есть после нее кожа действительно чувствуется вот этот эффект подтяжки. Попробую отзывом поделюсь. Тоже сейчас очень хорошая скидка, поэтому, девчонки, рекомендую. Значит, дальше у меня линеечка Wellness. Вот такую омегу я даю ребенку уже около 2 лет. Начали принимать, точно не могу сказать, годика нам не было. Сейчас нам 2,7. Мы каждый день выпиваем чайную ложечку омега-3. То есть это нужно для развития ребенка и для правильного функционирования всего организма, да, и для укрепления иммунитета, и для всего остального. Дальше у меня по подписке идут мужские Wellness Pack и коктейльчик белковый. В этот раз взяла с клубникой. Так, еще, девочки, вот хочу вам показать. В этот раз взяла тоже со скидочкой вот такой вот инструмент для чистки расчесок. Хочу тоже попробовать, потому что я думаю, это необходимо каждой девочке делать, да, следить за теми, как сказать, предметами, да, нашего ежедневного ухода, которые нам помогают быть красивыми, расческа в том числе. Поэтому хочу попробовать. Вот, и еще хочу с вами поделиться. Поучаствовала в акции, которая сейчас идет, и забрала вот такой набор для специй. Тоже поделюсь обзорчиком. Как выглядит. Вот видите, такая большая коробочка мне пришла. Здесь 4 предмета. Набора для специй 2 вот больших по 300 мл и 2 маленьких для соли и перца. Это можно использовать как для растительного масла, так и уксуса. В общем, люблю такие штучки на кухне, поэтому не пропустила акцию. На самом деле условия простые. Нужно было заказать 3 любых водички из действующего каталога и выбрать из предложенного ассортимента. Это могут быть стильные аксессуары, либо вот такие вот наборы для кухни, так скажем. Значит, водичка должна быть одна обязательно новиночка Софиева Тугева. Вот я выбрала для нее, уже тоже ранее говорила, мне понравился запах еще из пробника. Так как у этого аромата есть своя история, да. Считается афродизиаком, потому что в нем содержится пигмент красного перца, вот, но который передает именно свой индивидуальный аромат. Вот, судя по пробнику, открою тоже, поделюсь отзывом. И вот такие две водички. Это на повседневную Sunkist Garden женский. А вот это вот мужская Лидер, тоже сейчас идет с хорошей скидкой. Кстати, девчонки, ну, любой мужчина оценит, если вы подарите вот такой ему аромат. Поэтому имейте в виду, сейчас очень классная возможность приобрести его по выгодной цене. Вот, вроде бы все, девочки. Все, что есть, все показала. Индивидуально некоторые продукты запишу индивидуальный обзорчик и с вами тоже поделюсь. Всем спасибо за внимание.